Чего? Крути в инвентаре химии. Так получился он как-то. Достался мне. Так. А, кстати, мне... Во всё, Крис, ну нереально выбить ну, хотя бы раз в неделю, нельзя бы выбивать. Я пошёл открывать. Открой, делай трансляцию. Да нахуя, я тебе скажу, что. Да зачем? Я сам посмотрю. Ради одного просто обновлю его трансляцию бесполезно. Я все равно. Да, ну, ладно, давай. Сразу соточку открывать, то да прям. Насрать. Я только гляну, что можно поставить. Амкар, блять, какой стим. Не, надо ничего. Как его просмотреть вообще? Правый кнопку мыши. А правый. Как все запущено. Какой-то скин не очень. Ну только. Ствола что блин пока так фалкон надо понять, но это я смотреть не буду, это не буду, это не буду. О, вот уже фиолетовое что-то крутое. Так, пистолет арбалет, фон. Вот это, наверное, самый что гевер 3. О, красивый, кстати, гевер 3. Я бы не отказался, если мне бы. Меня пара больше всего удивил. О, Лео. Ефлюкс. Так, что там еще? Кринков. А, фу, это пара. Да, пара. О, да, красиво. Пара. Так, он странный, мне не очень. Жоселиния. О, да. Ну че она не выпадет? Я в курсе, и GL40 мне не выпадет. Слушай, попробуй на всякий случай. Почему-то мне последние скины напоминают Азимов, а GL40 Вулкан. Нормально. Ну да, то же самое. Так и есть. А да. Золотого нету, да? Или просто нам не понравилось? Есть, есть. А, ну, я открываю, все, я открываю. Так, мне выпадет, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы да. Кстати, Амкар был очень близко, буквально пары миллиметриков не хватило. А что где он был? А это Скорпион. Тор 999, закаленный в боях. Ооо. Кстати, это пулеметик. Ладно, одену. Я люблю Скорпион. А я не люблю Скорпион. А он тебя бустанутый, нет? А, я был между бустанутым оружием каким-то, я забыл, и Амкар почти вот этот выпал. Сейчас я посмотрю, как он выглядит вообще. Так, как он там называется? Да, у меня два красных оружия пролетело, и потом вот, Кобра.